Ребята, всем привет, всем хорошего дня, хорошей недели. Понедельник день тяжелый, ну, как бы у кого как. У меня немножко тут сегодня были всякие войны. Плюс у нас по Израилю опять стреляют. Девчонки на юге, держитесь, мы с вами. Вы там воюете, а мы как бы тут за вас будем пальцы скрещивать. На самом деле ни разу не смешно. Опять достреливают до Ашкелона уже вторые сутки подряд. Ну, у нас новости состоят только... Из чего? О том, что там с короной происходит, и о том, сколько ракет выпустил Хамас. Вот это вот у нас основные новости. Ребят, для того, чтобы как-то хоть порадовать, сейчас будет скрип. О! Звезды сыпятся. Так, девчонки, для того, чтобы хоть как-то вас порадовать в этот тяжелый день, ну, опять же, конечно, не у всех, но у нас у израильтян. Чуток тяжелый, ну, у меня в частности, там свои проблемы, с почтой воюю. Хочу вам показать немножко вещей, которые, в общем-то, немного странны. Пятый завод, чем он меня поражает? Я, в общем-то, второй раз всего там была, и у них какие-то совершенно безумно разные вещи. И разные цены, разные вещи. Выбор какой-то совершенно нереально колоссальный. И мне кажется, что вот... Что-то типа как шаблюль, мы будем очень долго-долго-долго-долго рассматривать их возможности. Как сказала мне хозяйка, у них там больше 10 тысяч моделей, то есть нам надолго хватит. Ну вот смотрите, девчонки, я нашла, например, вот такой вот совершенно чумовой браслет с яшмой разных оттенков. И, девчонки, цена, вот сейчас вам скажу, и вы мне... Вероятно, даже не поверите. $40. То есть тут серебряные шарики, тут бусины такие серьезные, яшмы 4 вида. $40. Супер. Смотрите, это примерно мой размер, 16,5. Это раз. А вы знаете что? Я сейчас тут... Сейчас я попробую здесь включить. У меня тут есть... О, я не знаю, добавила ли я или ухудшила. Но мне кажется... А ну... Нет, так лучше все-таки. Так видно, какого цвета украшение. У меня тут просто пол светящийся в этой штучке. Так, значит, дальше. За те же $40, ребята. Сейчас вам покажу... Правда, они немножко тут швен с кривой. Вот это вот. Надо ему просто палочку, мне кажется. Она очень длинная, ее надо откусить. Я, если хотите, кому понравятся эти серьги, я просто откушу. Хотя, можете сами это сделать. Вот за счет того, что они чуть-чуть длиннее сделали палочку, получилось вот такой вот какой-то немножко кривой вид. Но при всем этом серьги очень милые. Смотрите, это... Опять же, $40. Аполитовое стекло. Вот такая вот висюлька замечательная. Хорошенькие такие. Чего у меня сегодня все падает? Алло. Руки-крюки. Вот, смотрите. По-моему, супер. Ну, вот, конечно, вот только проблема с... Я не знаю, что делать. Посмотрим. Если, девчонки, никто не захочет с этим делом возиться, я, может, их просто действительно верну. Но жалко, хорошие. Я бы сама попробовала починить круглогубцами. Но не хочется заниматься этим делом. Я не ювелир все-таки. Но на таком базовом уровне я, конечно, могу. Но ладно, посмотрим. Короче, я вам покажу, как говорится, что есть. А там разберемся. Но согласитесь, что модель очень милая. Так, иди сюда. Если мы уже говорим про Ополит, то у меня тоже, девчонки, за $40 есть одурительное колье. Смотрите, какая прелесть. Вот такое колье с кругленьким таким медальончиком и... Соответственно, бусинки вокруг на цепочке. И такая кольешечка тоже $40. Я вообще ополитовое стекло очень люблю. Мне оно очень нравится.
очень такое живое, яркое изобретение. Ну, вот, как бы. Тут, правда, идут золотые крепления. Здесь золота нет. Здесь все серебро чисто. Ну, я не имею в виду, что это комплект, но просто хочу вам показать, что есть некое сходство. Так, что еще вам показать интересненького? А, для любителей натуральной бирюзы. Помните, я вам говорила, что у нас на этом заводе есть небольшие, иногда проскальзывают подарочки. Вот такой, ребята, кулон. Это натуральная бирюза. Месторождение спящая красавица Аризона. На цепочке. Кому нужно, девчонки, забирайте. Это немножко дороже. Они из-за бирюзы попросили $50. Но, по-моему, для любителей натуральных камней. Вот. Так, положим тебя сюда. Дружите и общайтесь. Так, дальше. За $40, опять же, вот такое колье с розочками и натуральный жемчуг на тоненькой цепочке. Очень такое нежное и милое. Иди сюда повыше. Так, что-то мне нужно, по-моему, поменять дислокации. Немного неудобно здесь снимать. Мне просто мой морской пейзаж вечерний надоел немного. Хочется фон поменять. Смотрите, вот такие розы объемные. Тоже $40. Следующее, что я хочу показать, ребята, это серьги. Как вы знаете, израильские заводы, кроме второго и кроме завода номер 3 Андрюши Семенды, который, да, нам делает английский замок, израильские заводы, где хозяева коренные израильтяне, не заморачиваются и не делают английский замочек. Поэтому всегда вы увидите это с такими петлями. Но есть возможность поменять на украинскую швензу. Смотрите, очень красивые серьги, такие тарелки объемные. Внутри аметистовый цветочек и аметистовая граненая бусина. Это натуральный аметист. Тоже $40. Если поменять в нем швенц, получится $48. По-моему, очень достойные серьги. Мне кажется, что очень красивая модель. Я надеюсь, что вообще видно, как тут со смещением у нас. Класс. Не знаю, мне нравится. Надеюсь, что и вам. Если кому-то, кого-то устроит такой вариант, я просто передам силиконовую заглушечку. Либо можно за $8 поменять. Еще такой же вариант. Тоже $40. И тоже с петлей. Это Rose de France, аметист натуральный, вот такого изумительного просто сиреневого, светло-сиреневого оттенка. Тоже, опять же, это $40, если поменять швензу, получится у нас, девчонки, $48, но у вас такие крупнейшие, очень редкие аметисты. Ну и, в принципе, довольно неплохой дизайн, такой классический.
Rose de France. Так. Что тут еще я вижу у себя? А еще я вижу еще одни такие вот серьги в виде водопада. Ух, люблю висюльки, обожаю. Я мимо таких вещей просто так не могу пройти. Значит, что мы тут видим? Ну, тут как бы уже у них, в принципе, хорошо произошло. Получилось неплохо с петельками. Значит, мы тут видим и жемчуг, и аметистовые бусины граненые, натуральные. Единственная проблема, вот на мой взгляд, опять же, это не проблема, но я должна вашему вниманию обратить на ваше внимание. Жемчуг здесь почему-то висит не на одинаковом уровне. То есть вот эти три ниже, эти три выше. А так, в принципе, может быть, просто вот эту вот сдавили где-то внизу. Но сама модель очень красивая. Еще одни серьги, также водопадики. Это, по-моему, нет, это другая модель, здесь другая пластиночка. И здесь, ребята, уже у нас смоки кварц, я думаю, светлый. Вот они очень-очень такие хорошенькие. Тут я не вижу огрех никаких, все вроде ровно подсоединено. Вот такая красота. Тоже $40. По-моему, супер цена. Так. И хочу вам, ребята, показать колье. Колье, кулон, весьма-весьма милота. Иди сюда. Тоже $40 опять. Тут кроме бирюзы все по 40. Только бирюза у нас получилась дороже. Смотрите, какая вещь классная. Значит, тут сделано так. Здесь Сваровски шампейн, натуральные, настоящие, австрийские. Иди сюда, шарик серебряный. О, Сваровски. Вот такая вот плата, на щит похоже, из серебра, Сваровский и висюлька из дымчатого кварца. Смотрите, какая штучка красивая. Тоже $40. Ребята, для новеньких, кто откладывает видео, пожалуйста, пишите описание и тут же пишите мне в личку, я отложил под видео. Если, например, кто-то отложил под видео и не появился в течение суток, я просто отдаю это изделие второму человеку, который был второй в очереди. Ну и на оплату, как всегда, 3 дня. Вот. Все. Вроде как-то сегодня я особой информацией с вами не делюсь. До следующего видео. Я думаю, что сегодня еще выйду с повторяшками. И тогда уже по полной нажалуюсь на жизнь как следует, так минут на 30. Все, ребята, всем пока, еще раз хорошего настроения и удачи во всех ваших делах.